Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сериале Мазин Холиплей. Итак, сегодня у нас будет необычное видео, а именно про самого главного наебщика на Амазинге первом сериале. Ну что ж, погнали. Итак, я вообще долго думал, снимать это видео или нет, но пришел к такому выводу, что все-таки нужно снять, потому что сегодня некоторые люди начали мне в комментариях худеть от лица одного человека, короче. Сейчас вы узнаете, кто это такой. Хотя, я думаю, вы так поняли, возможно, по превью, либо по названию видео. Вы, возможно, это уже и сами поняли. Итак, я думаю, многие знают такого человека, как Лев Бабаев, тот самый долбоёб, тот самый неадекват и так далее. Ну, называйте, как хотите, в принципе. Сегодня я вам расскажу всю правду о этом человеке. Как же он поднялся, откуда у него было казино и так далее. Желаю вам приятного просмотра, досмотрите это видео до конца. Пруфы все будут. Итак, данный человек Лев Бабаев, он же тот самый долбоеб, который хайпанул на мне, в принципе, поднял свой канал. По-любому, все, что он снял про меня там 3 видео, и это было ради того, чтобы просто хайпануть, поднять свой канал. Это было и так очевидно, в принципе. Но он думал, что я как-то отреагирую и начну снимать об этом ролики, тем самым у него будет еще больше аудитории. Но, увы, я никак не отреагировал и не снимал видео про него. В принципе, вот такие вот дела. Итак, он там про меня мемасы делал в своей группе, там оскорблял родных этими мемасами и так далее. Я думаю, это все прекрасно знают. Итак, давайте я вам расскажу всю правду о данном человеке. Данный человек обманул одного своего друга на казино. На казино в Южном. Давайте начнем с того, кто этот человек вообще. Я думаю, многие знают такого игрока, как Григорий Насосов. В принципе, у него было казино в Южном, когда еще до ГОНа у него было, короче, и он им владел больше года. Чтобы вы понимали, можете на форуме посмотреть. В принципе, такая информация есть, что он владел этим казино больше года. И потом как-то произошло так, что казино появилось у Бабаева, у Лева Бабаева. Каким образом оно у него появилось? Он обманул Григория Насосова на казино. Григорий Насосов был его другом, а Лев Бабаев просто взял его, обманул. Как это все происходило, давайте я вам прочитаю. В принципе, у меня есть переписка. Сам Григорий Насосов не смог мне дать интервью, потому что ему неприятно об этом говорить. Поэтому он мне просто написал все, как и было. Поэтому сейчас я вам это все зачитаю. Там не было обмана, если ты про мошенничество, развод и так далее. Там было злоупотребление доверием и дружбой. Вообще не хочу говорить про те события. Проще говоря, Леву дали казик на время по цене ГОСа. Он должен был его вернуть по истечению определенных сроков. Он этого не сделал, вот и все. КРМП — это маленькая модель реальной жизни. Так что нам всем это будет уроком на будущее. В принципе, золотые слова. Но факт остается фактом, что Лев Бабаев променял казино на дружбу. На самом деле это очень гнилой поступок, просто наебать человека на казино, понимаете? И так само, я так понял, у Григория есть брат, может это не брат его, а был его другом. Помните, был такой игрок Гусев, точно его имя не помню, он тоже владел казино в Арзамасе. И его также Бабаева обманули на бизнес. Насчет этого я вам точно сказать не могу, но вроде бы так оно и было, в принципе. Так оно все и происходило. Бабаев там про меня снимал всякие вот эти видосики гнилые, типа, что я там стрелять умею. Блять, я этого как бы не скрываю, что я не умею стрелять. Мне на это как-то пофиг, это обычная игра просто. Это просто игра. Он из этого делает какой-то пиздец. То, что типа я стрелять не умею, это все, это пиздец, это ноль, блять, это все в жизни, блять, пиздец там и так далее. Это просто бред, реально, это просто бред. Мне пофиг на его видосики, вы знаете, что я первый никогда никуда не лезу, в принципе, ни с кем не конфликтую и так далее. Но, блин, мне просто не выдержало уже то, что начали мне в комментариях худить, типа, как-то тупой уёбок, зальваж, такое, хотя я никого не трогал, я никому ничего не писал, ни с кем ничего не обговаривал и так далее. Просто
начали мне в комментариях фудить. Я решил вот записать такое видео, рассказать всю правду о данном человеке, в принципе. Ну а теперь делайте выводы сами, думайте сами, какой у вас любимый левушка. Это я обращаюсь к вам неадекватам и ДМщикам первого сервера, какие меня ДМят, в принципе, в том числе моих подписчиков и так далее. Вот у вас настоящий левушка, наёбщик просто, который промерял казино на дружбу. Вот как-то так. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright.